Людмила, как ваши дела? Хорошо. Все хорошо. Как вы проснулись уже? Да. А в целом все будет дома? Да. Со швами все будет хорошо. Ну все, отдыхайте, восстанавливайтесь. Спасибо. Ну что, вот и прошли сутки после вчерашней операции по омоложению нашей дорогой Людмилы. Давайте посмотрим, как она выглядит сегодня. Здравствуйте. А я вас жду. Вы уже бодряком, я смотрю, ходите, гуляете. Я со вчерашнего дня, вы же сказали потихоньку ходить. И я прям... И вы молодец. За дочерью ухаживала. Вот, да. Лучшая мотивация для быстрой реабилитации мамы вот, – это согласна. Прооперироваться в один день вот. С дочерью. Я же не просто так с моей солнышком. Это точно. Ну что, вы смотрите на меня, как я буду смотреть. Ну, сейчас мы, конечно, так ничего не понятно, поэтому пойдемте в перевязочную, будем снимать повязку и смотреть все по полной. Пойдемте. Класс. Посмотрите, класс. Куда у нас уехала родинка. Вот, а я дочери говорю, я замерила сантиметром, я по родинке, она мне ухо, а была вот здесь. Да, представляете? А вот этот шов на шее, я его не вижу вообще, куда он делся. Нет, но он просто растянулся, видите? Да, он как-то как пергамент. А мы же его отслоили от подлежащих тканей, поэтому он теперь будет не такой втянутый, помягче станет, и его видно не будет. Самое вообще. Главное, то представляете, я вот на работе, да, мне этот красный шов, спасибо вам. Ну что скажешь, что бабушке 60 с чем-то? Никто не скажет, да? Ложитесь. Вот, золотые ручки, смотрите на них. Третьи сутки после операции. Ну, конечно, шейка выглядит еще пока так, как будто бы я Людмилу душила, а не оперировала. Но лицо, в общем-то, уже очень даже ничего. Синяков на лице у нас практически нету. Шейка отличная. Все, в принципе, то, на что была направлена основная наша работа, мы добились хорошего результата и успеха. Так что идем мы вперед. Динамика у нас положительная. И все хорошо. Спасибо. Ложитесь. Настал тот день, когда нам с Людмилой пора избавляться от швов. Несмотря на то, что у нас прошло еще совсем немного времени, а Людмила уже красотка. И, между прочим, работает со второго дня после операции. В повязке, но неважно. Все уже было хорошо, на лице у нас синяков не было, а на шее они были скрыты повязкой. Так что вот боец. Недовольна быть я, ну, наверное, не могу сказать, потому что все замечают, что я посвежела. Мало того, у меня перед этим была операция на шее. Этот шовчик тоже почему-то как-то он так стал незаметен, что для женщины очень важно. То есть мало того, потянулось и лицо, и тоже эстетически сразу поменялась и шейка. Поэтому мои внуки меня говорят, баба, ты у нас помолодела. Все посмотрели, что я посвежела, похорошела. И, наверное, благодаря вот моему доктору. Поэтому я ее рекомендую всем. Спасибо ей большое.